Samsung LF24T350FHI-XCI. Универсальный монитор для работы и отдыха. Устройство поставляется в комплекте со шнуром питания длиной в 1,5 метра, кабелем с коннекторами DSAP, диском с драйверами и документацией. Корпус монитора сделан из темно-серого текстурированного пластика с рельефной задней поверхностью. Благодаря съемной подставке с эргономичным дизайном, устройство с комфортом поместится даже там, где мало места. В качестве офисного решения панель тоже весьма интересна. Безрамочный дизайн способствует более плотному погружению в виртуальную реальность, особенно если вы планируете использовать мультисистему на базе нескольких аналогичных экранов. Кстати, поддержка крепления стандарта веса этому только способствует. Дисплей с диагональю видимой части 23,8 дюйма выполнен на основе IPS-матрицы с разрешением Full HD и предлагает отображение 16,7 миллионов цветов и достойные углы обзора – 178 градусов по горизонтали и вертикали. К видеокарте устройство подключается по HDMI или через разъем DSAP. Для защиты глаз на борту система Flicker Free для уменьшения мерцания и фильтр голубого излучения. Частота обновления картинки до 75 Гц, что в итоге дает более плавное изображение, чем при стандартных 60. Самое то для динамичных фильмов и игр. Еще этот монитор поддерживает технологию FreeSync от AMD, которая синхронизирует частоту обновления монитора и видеокарты, а значит, вы избавлены от артефактов и смазанных движений. Полезная особенность для владельцев соответствующей видеокарты. Дополняет набор геймерских фишек – игровой режим. Это пресет настроек изображения, позволяющий различить все детали даже в темной сцене в игре. Как итог, перед нами универсальный монитор для работы, кино и гейминга. Здесь и качественная матрица в паре с технологиями защиты зрения для комфортного просмотра, и набор фишек для плавной и четкой картинки. Его оценят любители экшена в фильмах и играх.